Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ой-ой-ой-ой-ой. Що происходит? Добре, коли наші сили оборони влучають в ворожі об'єкт, а ще краще, коли ворог не може ліквідувати наслідки. 11 жовтня попрошу наших глядачів, постійних і нових, звичайно ж, поставити лайк, прокоментувати і поділитися нашим воєнним званням. Пане Романе, на кадрах була Феодосія, кілька передвчора були прильоти Феодосію і, відповідно, далі не те, що не можуть ліквідувати росіяни цієї пожежі, а вона ще більше набирає обертів. Уже больше тысячи человек там эвакуировано. Ну, правильно сделали, что эвакуируют. Дело в том, что это ж не просто нефтяная база. Это нефтяной терминал. Терминал, который предназначен в основном для закачки, выкачки, переброски нефтепродуктов разного уровня. Естественно, это большая сеть труб, большая сеть насосных станций, то что это не просто нефтяная база. И как если она загорелась, она уже по этим по трубам, по системам передачи, перекачки, она однозначно будет гореть. И пока вся не прогорит, естественно, никто ее, во-первых, тушить не будет, нет смысла. Там есть некоторые механизмы автоматического тушения, но они, я так понимаю, полностью либо выключены, либо за счет переполнение количеством емкостей для хранения, они сейчас просто уже неэффективны. Потому, скорее всего, этого терминала, на этом терминале надо будет ставить крест. Вот та же самая картина должна быть и с новороссийским терминалом. Тоже миллиарды раз уже говорили. Туда только если зайти, ну, имеется в виду поджечь, оно начнет прогорать и выгорит практически весь этот новороссийский терминал. Та же самая, один в один практически, только там больше. Потому что там в Новороссийске уже терминал, который работает на перекачке, где больше половины углеводородов России, который идет на экспорт на Запад. То есть вот этих, ну, третий еще Севастопольская бухта, тоже такого же уровня, как и Феодосия. В Севастопольской бухте там также есть такой же терминал, но мы его в прошлом году поразили, и в принципе они его толком не используют. Вот. Феодосійська була основна. Ну, вірніше, вже можна говорити, була. Пане Романе, якщо говорити про лінію бойового зіткнення, то динамічно відбувається ситуація на Курському напрямку. Буквально вчора вечором заявили і в Deep State, якщо ми глянемо на мапу, відповідно, є зміни начебто на лінії бойового зіткнення. Бачимо лівий фланг нашої оборони, росіяни намагаються продавити від Снагосі в бік Любимовки. Але що найцікавіше, сьогодні вранці, 11 жовтня, наші бійці, їм цим джерелам можна довіряти, сказали наступне, що все, що було втрачено за останні атаки ворога, відбито, наші тигри, деталей поки що не оголошуємо. Любое вклинение, если оно не имело успех для созданием плацдарма или, допустим, расширением флангов или дальнейшим продвижением, оно срезается фланговыми ударами. Очень, очень опасно любое такого уровня, тем более тактическое такое вклинение. Ударами с флангов оно срезается, то, что в принципе произошло. Это так называемая маневренная война, маневренные бои. Ну, по крайней мере, по направлению по Курской области. Мы это с вами проговаривали уже несколько месяцев об этом. Маневренные бои, то есть противник пытается где-то проломить нашу оборону или, по крайней мере, просочиться между нашими постами. Дальше он схлопывается, отсекается эта головная колонна и уничтожается. Вот то, что произошло в последней контратаке россиян. То есть это контрнаступление, которое они пытались организовать для того, чтобы перерезать основную линию снабжения между южной и северной группировками нашими, которые сейчас двигаются от Суджи в сторону Рыльска, в сторону Курчатова. То есть правильно с точки зрения тактики россияне попытались выполнить рассекающий удар, но мы же тоже за этим всем следим. Там достаточно хорошая разведка, немало там на этом направлении дронов сейчас, наших FPV-дронов, то есть артиллерия там выведена, очень много техники, причем неплохой, мягко так скажем, то есть подготовленные бригады, которые выполняют боевую задачу. Потому был отслежен эта попытка россиян
по вклинению, они дошли где-то практически до этой дороги, можно сказать, пересекли ее, то есть перерезали, получили удары с двух сторон, с севера и с юга. А сейчас восстановили, наши восстановили статус-кво, по крайней мере, который был до этого, и в ближайшее время мы еще узнаем, сколько росіяни потеряли там личного состава і тих. Пане Романе, от вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав те, про що ви кожного дня в зведеннях кажете, про те, що росіяни зосередили понад 50 тисяч на цьому напрямку, Курському, сил та засобів. Це послабило Східний фронт. І якщо, пане Романе, ми глянемо на зміни Східного фронту та й загалом фронту за рік, от червоним кольором, яскравим червоним кольором, це просування росіян, починаючи з початку року біля Авдіївки. Чи можна вважати це успішними наступальні дії, зважаючи, скільки сил та засобів вони витратили? Ну, з точки зрения постановки задачі, то есть, если им стояла задача вклиниться и дойти, допустим, до Покровска, так это стопроцентное выполнение задачи, то есть это успешное выполнение задачи. А если им стояла задача дойти до границ Донецкой области и выдавить наши войска за границы Донецкой области, так это полный провал. Так вот, вторая задача артикулировалась, по крайней мере, со всех российских утюгов, говорящих голов, которые пытались навязать нам тоже такого рода действия, ну или, по крайней мере, задачу по-российски. Потому можно сказать, что основную задачу, которую они себе ставили на летнюю кампанию, она не выполнена, полностью провалена. А то вклинение, которое сейчас у россиян есть до Покровска, если нам удастся удержать Кураховский карман, так называемый, то есть Кураховское направление, так это вклинение, его за зиму мы срежем, вот как срезали сейчас российское тактическое вклинение в районе Курщины. Ну, оно было малое, то есть короткое, там на несколько километров, но тем не менее механизм примерно такой же. Это оперативное вклинение мы за зиму также сможем срезать, то есть практически опять же восстановить наши позиции как минимум по второй линии обороны в районе той же Карловки, то есть подняться практически до Очеретина. То есть там есть этот механизм, и россияне почему сейчас стараются последние сухие недели использовать для того, чтобы выдавить нас с Кураховского кармана. Сейчас будет очень большое давление на Курахово, они же тоже прекрасно понимают. Потому это оперативное вклинение, это уровень вклинения такой же, как, допустим, было российское вклинение до Времевки, Времевский выступ, так называемый, практически под Великую Новоселку. Мы его срезали за летнюю кампанию за несколько месяцев. Вот та же самая картина может ждать россиян и по Покровскому направлению. Сейчас у них, они понимают эту проблему, то есть там, скорее всего, командиры уже есть, которые рассчитывают эту беду для себя. Удержать вклинение, то есть удержать, допустим, фланги очень сложно, особенно если это вклинение простреливается с обоих сторон, с одной и с другой стороны. Ширина вклинения 20-25 километров. Это значит, и с одной, и с южной, и с северной стороны можно достать артиллерии практически до противоположного фланга. И россияне сейчас пытаются, двигаются, они сейчас пошли на Мирноград, поняли, что уперлись, допустим, в оборону в районе Покровска. Они сейчас двигаются в сторону Мирнограда довольно-таки споро. Пытаются выскочить и зайти на Покровск со стороны Мирнограда. Еще не дошли, там в районе Николаевки топчется. Да, вот это направление у них сейчас одно из приоритетных. Пытаются давить на Селидово с востока. То есть в окружении не получилось Селидово взять. Они сейчас пытаются, начали давить с востока. То есть пытаются также заходить на Покровск с двух сторон. То есть это уже видна попытка окружения Покровска. Ну, попытка, начало, по крайней мере, движения. Поняли, в лоб не получается, начнут обходить. Ну, естественно, Курахово. Кураховское направление одно из таких самых опасных, во-первых, для нас и лакомых для россиян. Я уже говорил, в Курахово, Кураховская теплоэлектростанция, ТЭС, которая запитывала практически весь Донецк, включая и все металлургические предприятия Донецка, которые россияне однозначно будут запускать, если дойдут до Курахова, и мы не подорвем теплоэлектростанцию. Пане Романе, по втратах ворога, що відомо, Генштаб офіційно повідомив наступне, що на Харківському напрямку є втрата в росіян Мі-8. Було вчора, по крайній мірі, було підтвердження того, що унічтожен Мі-8.
Это транспортник, с одной стороны, но он может выполнять задачи и работы по земле в зависимости от обвеса. Самолеты еще используются в качестве ПСС, поисково-спасательной службы, вертолеты. Вертолеты используются в качестве постановщиков помех. Два борта РЭБа, таких серьезных, мы еще в прошлом году под Клинцами отминусовали Патриотом, тогда Су-34, Су-35 и один Ми-8 ПСС, и два борта РЭБовские были отминусованы. В одном заходе 5 бортов. То есть это хорошая цель, в принципе, для любой системы зенитно-ракетных комплексов, для любого ЗРК, для ПЗРК, переносного зенитно-ракетного комплекса. Малоскоростная и низколетящая цель, маломаневрирующая практически. Почему? Потому что у вертолета, это не самолет, конечно, не сможет увернуться от любой ракетной атаки. Плюс сейчас у нас есть достаточное количество дронов-истребителей, я бы так сказал. Несколько уже было вертолетов российских уничтожено дронами или истребителями нашими. Может быть, как раз и здесь та же самая картина. Також в Росії, пане Романе, самоліквідувався Як-130. Це не військова, наскільки я розумію, авіація. Але після повномасштабного вторгнення в Україну в росіян величезні проблеми взагалі з цивільним авіабудуванням, і в них постійні проблеми. Ну, Як-130 – это учебно-боевой, его можно считать военным. То есть это, в принципе, военный самолет, как штурмовик он может использоваться. Типа нашего Л-39, вернее, чешского Л-39, который использовался. Типа Альфа-джета. Вот похож он больше на Альфа-джет франко-немецкий. Они в свое время этот Як-130 россияне разрабатывали с итальянской компанией, дошли до уровня планера. Планер, так сказать, разделили пополам, то есть остался планер и у итальянцев, и у россиян. Итальянцы на базе этого планера создали свой самолет, тоже учебно-тренировочный штурмовик. Вот россияне на базе этого общего планера создали, это Л-39, это Л-39. Создали Як-130, и, естественно, вот он используется в учебно-боевых задачах, но и может использоваться в качестве штурмовика. То есть, в принципе, навесное оборудование может использоваться. Друзі, ви молодці. Давайте закриємо і цей збір. Це для наших воїнів 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади. В їхній позиції прилетів КАП, все згоріло. На жаль, є і втрати серед наших воїнів. Є потреба на зарядній станції. Оперативно, давайте, сума невелика. Ви завжди робили так, що такі от, власне, величини ми дуже швидко оперативно закривали. Хто скільки зможе, і зарядні станції підуть до наших героїв. Пане Романе, ну і також з учора активно росіяни ширять відео про те, що вони начебто, я так розумію, іскандерами влучили пускові установки наші «Петріот». Вже в повітряних силах прокоментували, що це війна і що ушкодження справді є, але вони далі працюють. Проблема вся в тому, що, я так розумію, є розвідувальний, дуже потужний сегмент розвідувальних крил в росіян. На що Стерненко в себе в телеграмі написав, що від себе скажу, зараз немає проблеми надати військовим, у тому числі повітряним силам, зенітні FPV для боротьби проти російських розвід БПЛА. Ну, проблема действительно очень большая с российскими дронами-разведчиками. То есть сейчас очень много, большая плеяда российских разведчиков дронов. Это типа «Орланов», «Десятых», «Орлан-10», неплохая машина «Зала», «Суперкам». Но эти машины наши, есть механизмы, как уничтожать эти машины. То есть у нас есть система обнаружения, их очень плохо видно на зенитно-ракетных комплексах. И сейчас наши ребята придумали уже около десятка примерно дронов, истребителей, которые работают по российским разведчикам, суперкамам и орланам и тем же залам. Уже несколько десятков этих дронов уничтожено, но их очень много, а система обнаружения пока не прошла такую серьезную проверку. То есть тех, которых обнаруживаем, уничтожаем, но есть и те, которые проходят, выполняют задачу. Сейчас россияне начали использовать в качестве разведчика, дрона-разведчика и шахеды в том числе.
Их сегодня, кстати, сегодня была атака. Часть дронов именно шахедов использовалась в качестве разведчиков. Но не исключена, не исключена возможность использования этого же дрона, который идет с разведывательной миссии, и использоваться как ударный дрон. То есть он, в принципе, может нести и, скорее всего, несет именно заряд тот до 50 килограмм, которым наносит определенное поражение. Из-за этого дрона любого разведчика, который видит, он иногда они могут видеть на десятки километров довольно-таки точно, плюс наводить баллистику российскую. Вот здесь очень хорошо видно, то есть висит дрон, дальность позволяет ему определить точно координаты, причем реально точно координаты передать на считывающее устройство, на счетное устройство, допустим, того же «Искандера», и дальше заходят баллистические ракеты. «Искандер» — это довольно-таки точная ракета, круговое вероятное отклонение, там несколько метров. В принципе, удар полутонного боезаряда рядом даже с тем же локатором выведет его из строя или, по крайней мере, как минимум повредит, вот что произошло в этом случае. То есть вывели часть, это не весь комплекс, это часть комплекса, это, кстати, очень правильное, грамотное, приняли решение наши генералы, это уже и Генштаб, ну и новые руководители воздушных сил. Летчики сейчас занимаются этим вопросом. Они дробят, допустим, тот же «Патриот» на несколько частей. То есть если там 8 или 8-10 стартовых установок, пусковых установок, их можно раздробить по 2, по 3, по 4. То есть в зависимости от количества из одного «Патриота» можно, в принципе, собрать или составить 3-4 блуждающих «Патриота». То есть подключаются радары, допустим, либо остается один из радаров самого «Патриота». Сейчас есть несколько механизмов, вот особенно в режиме блуждающих «Патриотов», несколько механизмов подключения наших радаров, нашего производства. То есть есть эти предпосылки, допустим, к увеличению, вот таким способом, увеличению «Патриотов». Они тогда могут охватывать большую, во-первых, по площади большую часть, больший сегмент фронта накрывать или прикрывать, по крайней мере. Отработал, кстати, этот «Патриот», уничтожил две баллистические ракеты, которые шли, в принципе, по ним. То есть здесь он выполнил определенную работу. Одна ракета прошла, вывела из строя радар и одну из машин электроснабжения. Восстановят, в принципе, это небольшая проблема. Радары у нас есть свои. То есть, по большому счету, это как расходный материал. Радар всегда выводится за пределы зоны поражения, допустим, тех же пусковых установок. Так даже сейчас видно, вот на этом видео хорошо видно, как расставлено по полю, расставлено правильно, кстати, грамотно расставлен «Патриот» для того, чтобы одним, двумя, тремя ударами он не был выведен из строя. Весь смысл растяжки по дальности «Патриота», он как раз для того, чтобы даже если будет поражаться какой-то из елементів, чтобы весь комплекс, в принципі, із строя не вийшов. Пане Романе, вчора ми з вами згадували, що в Україні дозволили офіцерам інших країн обіймати посади, а після візиту Володимира Зеленського вчора по трьох країнах – Італія, Франція і Велика Британія, зараз ще згадаємо про це – також заявили, на рівні Міністерств було оборони зустріч в Великобританії, заявили наступне, що британці, відповідно, є передовими нашими партнерами, треба чекати хороших рішень. І саме цікаве, що сказали наступне, що офіцери британські можуть з'явитися на західній частині нашої країни для навчання, та й загалом може розгорнутися певний контингент НАТО для навчання, це інструктори, офіцерський склад та інше. Ну, у нас это уже было. Это с 2014 года на территории Украины, на наших полигонах, на основных полигонах, в том же Яворове, в том же под Черниговом, то есть там есть тоже большой полигон. На этих полигонах располагались миссии, можно если так сказать, стран НАТО, инструктора, которые, причем довольно-таки спектр был широк инструкторов, начиная от канадских и заканчивая странами Балтии. То есть у нас было довольно-таки серьезное такое подспорье инструкторское. То в 22-м году было принято решение, Пентагон принимал решение вывести все инструкторские группы из Украины. Вот перед, буквально перед ударом 24 февраля.
А сейчас это просто восстанавливается. И первыми в этом, ну, в официальном восстановлении, потому что я думаю, что часть инструкторов уже работает на наших полигонах, рассредоточена по боевым бригадам натовских инструкторов. А это уже в информационном потоке Великобритании восстанавливает статус инструкторских групп на нашей территории. Естественно, это все будет с разрешения, вернее, с проводкой через кабинет министров, то есть возврат и запуск целой новой программы подготовки личного состава. Оптимально, конечно, сейчас в сложившейся обстановке подготавливать, ну, по двум направлениям эту подготовку развернуть. Подготовка наших инструкторов, то есть тех инструкторов украинских военнослужащих, которые будут потом обучать сами на полигонах в бригадах, потому что открылся уже больше 100 воинских частей, получили разрешение принимать непосредственно в бригаду военнослужащих и будущих военнослужащих рекрутов, их обучать у себя на полигонах, а это значит должен быть такой серьезный инструкторский состав, его подготовить надо. Вот британцы могли бы подготовить наших инструкторов. И второе направление это подготовка личного состава на работе с техникой британской, натовской. Это тоже очень важно, потому что здесь так и два этапа должно быть. Сначала должны обучить работе с техникой, это достаточно длительный этап, особенно если техника сложная. Летчики до несколько месяцев переучиваются, иногда до года переучивание идет. А потом уже в бригадах непосредственно люди, которые обучились работе с военным оборудованием, уже учатся воевать на нем. Это очень важно, вот эти два этапа. И тогда будет такой процесс преемственности знаний, накопленного опыта, потому что бои сейчас очень маневренные, по времени изменения обстановки на поле боя где-то занимает 3-4 месяца. Каждые 3-4 месяца новые механизмы, новые типы, новые подходы, и, естественно, их надо передавать. Оптимально это все именно вот такие боевые, в боевой обстановке оптимально обучать как раз в бригадах. Ну, это, в принципе, этот уже процесс пошел. Мы его 2 года презентовали, мягко так скажем, прямой рекрутинг. А он предполагает не только прием личного состава, еще и обучение людьми, инструкторами, которые воюют, которые вот сейчас буквально с поля боя, обучение нового молодняка тем приемам боя, который востребован на данный момент. Это очень важно для выживаемости. Пане Романе, якщо говорити, власне, про вчорашній вояж президента України по країнам Європи, це була, знову ж таки, Італія, прем'єр-міністр Мелоні, це Франція Макрон і Лондон Стармер. Власне, в Лондоні також був присутній і генсек НАТО Рютте новий. Ну і про що вони говорили? В першу чергу Рютте сказав, що вибори в Сполучених Штатах Америки, незалежно хто переможе, там є двопалатна підтримка, тому не треба очікувати, що щось кардинально може помінятися. Ну і він заакцентував на Трампі, що, мовляв, Трамп добре знає, що відбувається в Україні, і США стратегічно розуміють, що в будь-якому випадку неуспіх в Україні – це не на руку США. Нам повезло, так сложилось, что новым генсеком был избран именно Рютте, премьер Нидерландов, который 4 срока пробыл, и был, ему было доверено это такая тяжелая ноша управлять процессами в Нидерландах. Сейчас он управляет процессами в натовских структурах. Человек коммуникабельный, то есть по большому счету у него отличные отношения со всем, особенно и в том числе европейским и американским политическим истеблишментом. Он прекрасно общается и с демократами, и с республиканцами, естественно, с Байденом и Камалой Харрис, и с Трампом у него хорошие, отличные отношения. Потому кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатах, то есть кого бы ни выбрал американский народ, нам это очень важно понимать, мы не должны ни в коем случае ни одного, ни другого кандидата сейчас поддерживать или, допустим, не поддерживать. Мы должны занять нейтральную позицию, ждать выбора американского народа, дальше работать с тем кандидатом, вернее, с тем уже президентом, который на 4 года будет выполнять эту функцию. Это очень важно. Мы не имеем права даже по тем же американским законам вмешиваться в
выборы, которые проводят американцы. Это их дело, внутреннее дело, мы можем только подождать. И быть готовым работать с одним или с другим, президентом. Так вот, Рюте, как раз через Рюте и через этого коммуникабельного в этом смысле человека, нам, так сказать, у нас будет серьезный так, положительный эффект от общения уже с самим НАТО и с самим Рюте. Через него можно, в конце концов, решать много вопросов и наших, потому что он будет решать вопросы в общем, в общей зоне безопасности натовской, в которой он уже видит и нас. Мы же это прекрасно знаем, потому что первые самолеты, которые были обещаны, первую программу авиационную, подхватил как раз Рюте, именно он, то есть это этот человек, который уже потом распространил ее там на часть скандинавских стран и Великобританию и центральные и южные европейские страны. То есть по большому счету это один из проводников нашей безопасности в Европе и в Америке в том числе. И хороший, довольно-таки хороший сигнал, то есть он поддержал и снял некоторый негатив, которые пытаются сейчас одна и другая партия, американские или, может быть, российские, это тоже возможно, они также будут не участвовать, а пытаться вклиниться в выборы, навязать обществу украинскому в том числе. Для нас оба кандидата должны быть нейтральными на данный момент. Работать будем с тем президентом, которого выберет американский народ. Пане Романе, вчора згадували ми з вами про КНДР, Північну Корею, яка може відправити якийсь контингент свій в Україну. І от The Guardian каже сьогодні, що такі офіцери будуть, якийсь склад особовий Північної Кореї буде. Для чого? Для того, аби самим випробовувати свої ракети балістичні КН-23. Мовляв, вони хочуть в бойових умовах безпосередньо їх застосовувати, вивчати своє озброєння. Наскільки це реально? І наскільки це на це мали би реагувати країни, наші партнери, так? Тому що вони кажуть, що самі не хочуть брати участь у війні, але бачимо, що активно союзники Росії помаленьку все більше і більше дотичні до цього протистояння. Ну, они не только будут, они уже есть, и некоторые уже были, потому что часть этих инженеров военных северокорейских поехали уже обратно в пластиковых полиэтиленовых мешках. Они попали под удар наших дальних средств поражения, и там несколько офицеров уже обратно возвращаются по частям. Сюда приезжали целиком, обратно едут по частям. Такое тоже бывает на войне, особенно если вы влезаете в чужую войну, как это сделали северокорейцы сейчас на данный момент. Но им надо использовать практически все боеприпасы, которые произведены в Северной Корее плохого качества. Но они берут пример с Китая. Китай в основном использует в Северной Корее производство и свои поставляет станки, и поставляет те же боеприпасы. Берут пример Северная Корея с Китая. Естественно, все боеприпасы, практически все, которые поставляются и производятся, и поставляются россиянам, и которые потом попадают на поле боя, они идут с большими рекламациями. Каждый третий, четвертый снаряд не срабатывает правильно, то есть бывает, что разрывает стволы у россиян. Пороха вообще никакие не подходят практически. Им приходится таблицы стрельбы переписывать и самим пристреливать эти снаряды. Ракеты, ракеты к РСЗО, которые поставляют северокорейцы, ну, допустим, к Градам. Там тоже есть большие вопросы, разворачивало уже, боятся российские артиллеристы их использовать, потому что разворачивают весь град, всю машину. Одна ракета не уходит и в конце концов потом подрывается. Та же самая картина с КН-23-ми. То есть ракеты баллистические малой дальности, которые северокорейцы позиционировали как высокоточные, они высокоточно попадают в планету. Вот, и то не всегда, потому что иногда взрываются в воздухе. Вот сейчас, скорее всего, Ким Чен Ын погнал этих специалистов великих северокорейских доводить до конца, в конце концов провести доводку на поле боя. И вот поле боя выбрано Украиной. Иногда эти ракеты все-таки, да даже взорвавшись в воздухе, они же падают на землю и наносят определенный ущерб. И для нас это тоже понимание процесса есть. То, что северокорейцы непосредственно участвуют в геноциде украинского народа. Здесь надо эту галочку, зарубочку поставить лет на 100 вперед. И не забыть это участие северокорейских, как и китайских, великих, иранских, в том числе, великих
специалистов в убийстве украинцев, то есть в геноциде в чистом виде, в котором они участвуют вместе с россиянами. Ну а как дальше действовать, все будет зависеть от принятия решения Ким Чен Ыном. Если он помимо инженерных войск или частей сопровождения отправит еще линейные войска, которые будут располагаться на линии боевого соприкосновения и будут выполнять непосредственно боевую задачу, то это будут первыми на уничтожение. И рядом, которые российские войска будут попадать под этот шквал огня, который будут организовывать не только украинские сбройери наши, то есть производители оружия, а, скорее всего, еще и южнокорейские, и японские, ну и европейские, американские, так это точно. То есть вот под уничтожение северокорейских солдат у нас будет избыток всегда оружия, то есть профицит как минимум. Пане Романе, про ініціативу чеську, про снаряди, про Петра Павла, президента, прокоментував їхній прем'єр Фіала. Він каже наступне, що мета чеської ініціативи щодо надання Україні 500 тисяч боєприпасів буде досягнута. Процитую. Ініціатива проходить дуже успішно, поставки регулярні, досягнемо мети, яку ми собі поставили, 500 тисяч одиниць, хоча насправді буде набагато більше, завдяки іншим акціям. Ну, загалом, наші бійці на фронті і командувачі кажуть, що співвідношення артилерії, контрбатарейної боротьби зараз набагато краще, ніж кілька місяців тому. І якщо було там 1 до 7-8, зараз десь 1 до 3, і нарощення з боку нашого продовжується. Была задержка в начале года, после того, как было объявлено об этой инициативе, там как минимум было 500 000, действительно, они стартовали с 500 000, хотя реально можно было закупиться 700-800 тысяч боеприпасов, может быть, еще не все, это 500 000 на этот год, то, что обещали, а реально вообще можно было расширить коалицию по закупке до 1,5 миллионов снарядов на внешних рынках. Но после того, как пошли первые снаряды, почему? Потому что это снаряды, которые были закуплены, перекуплены у третьих стран, если так можно сказать. Это старые еще советские, особенно 152-й, 122-й снаряд они нам поставляли. Ну и основные 155-е, которые были произведены, где-то лежали на складах, которые надо было восстанавливать или, по крайней мере, проверять. Вот механизм был запущен с помощью чешских производств, с помощью, кстати, словацких. Очень много словаки нам помогли вот в этом вопросе. Как бы там Фицо и себя не изображал про московского политика, а частные фирмы, это не правительственные, это частные производители военного оборудования словацкие, они включились в эту инициативу по восстановлению производства снарядов, и сейчас мы вот эти 500 000 снарядов от Петра Павла, если можно так сказать, и мы получаем в том числе и прошедшие через чешские военные предприятия на восстановление. Потому мы эти 500 000 получим на линии боевого соприкосновения. Действительно, сейчас улучшилось положение. Еще далеко до совершенства, то есть еще до паритета 1:1 далеко. Надо в 3 раза как минимум увеличить поставки. Ну, где-то 1:3 уже, в принципе, подтверждается практически по всем направлениям. Пане Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, 11 жовтня сьогодні поставте свій лайк, прокоментуйте, підпишіться і, звісно ж, поділіться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.